Народ, всем привет! Я сейчас нахожусь в гостях в Apples. Обзор я делал, но ссылку в описании оставлю, обзор данного сервис-центра. Вот, сейчас нам Рахат, мастер, сообщит о новой проблеме при замене дисплеев на новых MacBook 14 и 16. То есть поменяли оригинальный дисплей, но столкнулись с искажением изображения на матрицах после замены дисплея в сборе. Извиняйте, конечно, за звук, там дальше звук, наверное, будет получше. Итак, заходим. Народ, вот мы уже внутри. Вот она модель, 14-й MacBook. Модель A2442 уже в новой линейке. Пришли с проблемой. После замены матрицы у нас вот такие вот искажения на системе. Причем матрица оригинальная. Все работает, но вот такой вот косяк. Это вот на первом поменяли, вот на втором, на черном фоне, как бы тоже все хорошо, но потом, когда он загрузится, также будут вот такие вот вверху искажения изображения. Хотя матрица один в один оригинал, то есть снятая, получается она снятая с нового MacBook и просто переставленная. А если вернуть старую или местами их поменять, то все идеально. Все верно, да? Да, все верно. Расскажи, Рахат, как ты столкнулся с данной проблемой? Так, всем привет. В общем, приходят знакомые клиенты с проблемой о том, что у них разбита матрица. Обычная матрица. Ну, как обычно, я думал, ну, не вопрос, все, поменяем, сделаем. Снимаю матрицу, ставлю. Вот такая вот штука выходит на матрице. Искажение. Причем на видео все отлично работает, на видео, на фотках это все не показывается, только на вот таком вот рабочем столе, на светлом фоне, на светлых фотках. Дальше... Что можно порекомендовать клиентам? Поставить черный фон, чтобы этого видно не было? Ну пока да, пока мы будем искать наше решение общее, чтобы как бы как-то обойти этот замок от Apple. Нужно будет временно, наверное, темный фон какой-то поставить. Хотя бы, чтобы не нозило во время работы. Народ, если у вас есть какое-то решение, если вы знаете, как решить данную проблему, кто еще сталкивался, пожалуйста, пишите в комментариях под видео, какие есть способы обойти их, желательно без паяльника, ну, чтобы не разбирать дисплей. Если кто-то знает, пожалуйста, поделитесь. Мы обязательно, ну, то есть, зашлем вам донат. Это были срочные новости, что касаемо для сервис-центров, которые не имеют официальной авторизации Apple GSX. Если у вас есть какие-то способы, как решить данную проблему искажения изображения на новых MacBook с челкой, да, то те самые MacBook с челкой, которые после замены дисплея, у них искажение изображения. У кого есть решение, пожалуйста, поделитесь. В комментариях под видео. Пока-пока.